на работе за пары, мне похуй, я спать пошел, все. Так, а что, пристроил банк говёный, да, что-нибудь? Да, не строил. Так, все, я тут. О, сейчас, секунду, ГБ поставлю. Че, все тут или кого-то сломать надо? Все тут. Все. Пикайте офматых. Убивайтесь только сразу. Весь хилбот засвай. Ключи, бать. Тут ни одного ФДК нету, понял? Посильнее баф, чем у меня. Ну, тотем не прокачан. Ты куда качал? Зачем это? Лишний труд талантов так. Кого там клевануло, так клевануло. Не клевануло, это агро. Не, покрутить свою бурю, блядь. Все, она тоже бурю крутил. Там рыба вначале инста кушает. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. А, кот на спринтах побежал за рыбой. И ваши души высияют тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Ты тут со Старховым аккуратнее, если что. Да я на тоненьком. Сама аккуратность. Ну только смотрите, это сова даст, ну, 7-8 максимум. Недостаточно. Мало. Там пиздец, ну это ж как бы офспек. Очень мало. Ну значит без лука идет. Ждите, не агрите, Флэш. Те ж сапоги не надо. Нет. Следить, да? Нет. Блять, хоть какие-то сапоги выбить. Я вчера ВВК полутал, блин. Все, что надо было. Собьешь следующий каст, твой? Так, хил, я пойду это, починимся. Давно находится на хилу. Главное танк. Ешки таки сыпятся. Да, будет много. Ну, не помню, за прошлом КД одна боешка выпала или две? Не помнишь, Вой? Одна. Ну, с квеста одна. Нет, а с квестами достаешь. А чё, квеста нету здесь, да? Опс. Ну, но профан, наверное. Да нет, чунка, скорее всего. Главное, чтобы и Синдра. Фантик, ты если в дискорде, ты на пуле вот. Так, на центру вообще легкий, то есть ты там или убить. Там не убить надо, там ну, что-то лучи надо перекрестить, блядь. А в тактику все знают, хотелось бы. Скрестить струи, что ли? Да. Ничего там скрещивать.
Главное, чтобы тебя один человек мечи. В конце нажал. Главное, не не отпускал. Так все нажмут и она не берет. Там надо, чтобы она активно была при самом убийстве. Если просто нажал, отпустил, похуй, не поможет, не считает. Я говорю, если все нажмут, прям по самый конец. Чтобы ты, типа, перед убийством. Смерки прохил. Да хилю, блядь. Я просто сейчас на блядь поймал. Тут уже вообще невозможно держать. Плащ. А там сейчас я буквально нужен? на минутку отучусь. Быстрее только. Ну, под босса там следовать за кем-нибудь нажми. Так я хил. Я тут. И чё? Срать на тебя. Ну ладно, за друидом привяжусь. На, быстрее, я. Бафы на всех есть. Просто баф обновить. Все, поехали. На пол, да. Масло намазюкать. Можно лужиться? Лужа, выйди. Чтоб тебе эти находить. За кем он прицепился? Пройдите дальше. Шип убей. Сейчас все дерево, блядь, шип кинет, пизда. Ни одного хант наверху там сидит. Забейте шип, разойдитесь. В лужах не стойте, смотрите. Туда их всех. Бармен? Можешь поднять вар, в принципе. Ой, закинь себе салю. Шип добейте тут. Вот, Пади, сразу две шмотки выпало. Там все на медведя остался. Да там, по-моему, ДКшник за ними только и ходит. Да, ты два раза в ВК ходил? Я не буду брать шею, бери на Мишу. А вот но меч она, я бы не... взял, потому что у меня меткости нет. Бля. Ярик, тебе нужен? Секунд на 30 отбегу, быстро. Да, нет.
Вам удалось сквозь... Не знаю, что нужна. Нужна, могу дать ее. Дай мне ее, у меня и жарю, меткости нет. У меня 5% меткости. Вон, тебе нужна шайна танк? Нет. На. ХП немного потеряем. Что, поехали? На. Бля, пока ты больше так не отходи, было очень потно, бля. Нормально. Че, шнурки вылетели? Не, он на фасте заходит. На двух ботах. На леди, на корме. Дальше варом пойдет. Он за луком? Не, не знаю, зачем. Ну, точно не за черепом. Он ботинки, штаны падают на ханта. Тут. В целом принял. Лук. Еще чуть. А, ну да, черепочек, кстати, не видел еще, чтобы он падал. Не, падал. Ни разу, с первого КД еще не видел. Ну, при мне не падал. При мне два раза падал. Фартовый ты. Сейчас у ханта заберем черепочек. Ебать, там клип залетел. Мне главное сапоги бы отсюда, я был от счастья. На-на. Подошли, блядь. Как ты хоть маленький помер. Тестер, тебе там нормально? Комфортно? Да, пойдет. Ну ладно. Не, ну я-то выжил. Все остальные сдохли. Тут просто два помощника было. Бэтхантовский сагр. Сейчас рыбу поставлю для тех, кто умирал. Ешьте, ставь. Да может перед Саурхангом зачем рыбу постоянно тратить? А вы не умираете. Харе умирает, у меня 30 этих бафов осталось. Каких? Королей осталось, 30 штук. Сметаешь, купишь, а на слог есть. Да, ножи все купит. Все отъелись, можете пулять, бейте. Трэш выйдет, свечнитесь, убейте дальше босса. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Убейте трэш. Ты был поближе к нему. Я освобождаю тебя от проклятия плоти. Найс клив, блять. Очень страшно. Забафать шаман. Все, вот на таких бафов, блять, и наберешься. Каску дайте. Служи выйдите. Секунда, помощник. Да, я видел.
нолями хп стопнуть, почти мало. Все, стопайте по боссу, трэш поехал. Слушай, я могла сразу добивать. Сразу добиваем. Это да, ваш моб. Мелики босса дальше. Все, босса переводить. Алмурный 3, 2, 1, Б. Пришла пора взять все в свои руки. Хантики на пулы. Возможности от духа подходить. Через портал сразу, ты вот и... Красиво, красиво. По мейнспеку рольте его только. Тем, кому он нужен. Начинается, я хотел спиздить у кого-то, блядь. А чё, продать нельзя было? Ага, что за беспредел, блядь? Идёт, давай спиздим, блядь. Ждите, пока все тэпнутся. Здесь трэш не трогаем. До конца потом с драконом буду проходить. Не, ну я вижу 130 крита, по-моему, идеально. Не, ну ретрика это охеренная тренировка. Бля! Пока. Все, пробегаем. Трэш не трогаем. Так а с дерева там катается еще аккуратно. Если что. Под лицом не ставьте скоро дыхание. Бейте. Может, кому-то из замены. А вообще, кому труба нужна? У нас есть? Где есть. Труба нужна? А, ну все тогда. А то подумал, что может из замены кого-то. Сове надо. Поле паладину надо. Вот хорошо. Поле паладин. Кошки, два ханта, садитесь. Ой, ранец надо же. Ну да, ран соберите, не забывайте. Вот здесь останешься. Под неестеством трэш получишь. Запустить. Надеть только то, эти ранцы не забудь. Бывает и такое, блядь. Сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Коркрон, взлетаем. В принципе, три не выпало, уже не зря пошли. Ну да, очевидно, не зря. Да я хотел три не, блядь, серебра себе. Там это 203 глаза мозоли туда. А с мандрегином, который? И эту... Ману вроде дает. Ну да, ману, которая прожимная. Сову. Да, ты лучше себе сову кувези. Сразу вообще перед, перед заморозкой полетим. И возле самых пушек не стойте никто, кроме хантов. Тут был снаряд, так полетит, хант ёбнется, пропасть. О, я знаю, если я куплю ебать трени за БГ. Ну она, кстати, да, тоже жесткая, там хасты ебнутся. Ага, так вот эти БГ, что мне 5 плавы базбейте. Ну там, кстати, там, кстати, один БГ выиграть и можешь 226-ю, там уже 100 хасты. Перелетайте.
Давайте колдуна и оружейщик. А я забыл надеть. Бля, я даже об этом сказал. А я не слушал тебя. Пошёл ты. Женя просто, блядь, уже мыслями, блядь, на бухаче с щелчком. Это кому там, Жене труба нужна была? Да. Мы его теперь не отдадим, блядь. Да, согласен. Заслакал на этом боссе, с этого босса не лутаю. Я вас запомнил. Мастер лут, блядь. Ты там до конца собираешься стоять? Ну, еще одного мага сейчас. Да стой, я хоть похилю чуть-чуть. Не, ну в принципе. Я еще не прожимался, поэтому можем до конца поставить. Да, я еще даже не хилю, чтоб ты понимал. Ну до конца тогда стоим. Не пробивает. А ты же чип куда-то, да? Да, там вроде не больше двух раз. А там уже пушки почти убили. Последний маг должен быть, если не застолкнуть пушку. Давайте мага перелетать. Кто не успел тут, там позвал, как говорится. А ты думаешь, пушки добьют? Да. Я не уверен. Ладно, я ошибался. О, на абордаж. Все же здесь, можно открывать. О, блядь. Вчера, ну, блин, а чё второе было? Да если надо, берись, кому-то надо на успехе. Я возьму на хвал. На протопал. А, погоди, а вторая шмотка? Кинжал. Кинжал там. Вот, переходи. Запускай. А, стоп, подожди. Не запускаю, сейчас шнурки перезайдут. О, правильно. А то когда Гера еще 3 минуты. Что тебе вот одна ручка нужна была, да? Лапочка. Да хер его знает. Ну типа, если посоха нет, я же говорю. Ну после паролем. После паролем, а если вырвешь посох, подашь мне этот кинжальчик. Конечно. Дайте этот каску по шнуркам. Каски нет. Ты череп до прокового кольца осталось. Че он там прокает? Раз в год на 2000 брони, да, говнище. Ну, ДК больше, чем 2000, там еще бонус. Ну, лучше, чем ничего. Ну да. Ну шо, да. Сегодня с 25-ки бринтроль упадет? Может быть. Мне напало. Я танком ее давать нахуй не собираюсь. Пусть в жопу идет. Помойная. Я вчера забрал талик на сову, вчера забрал. Палом, блядь. Шола тоже пусть домой идут. Не, палом, да. Да никто не будет танки брать, этот приход, блядь. Говно без стата. Ну, в прошлый раз ее ролили, по-моему. Нет, Юиди точно его не ролил. Хотя у Юи весит даже стоит. Не-не-не, я имею в виду этот, бета-тестер ее забрал. Она не нужна. Да, на ПВП. Она чистая ПВП. Вот. Как раз на ДК в ПВП на пузо тестер. Раль она не нужна. Дальше будет забагаться. Трэш сразу только бейте. Меня.
ну еще один. Гера откатится, дожмешь Гера. Мастерию кому-то скинуть. Давай, походу, к паладину. Ну, шторкам она не нужна, воиду тоже. Там ММ же вроде. Диксёнова, сбрось игру. О, нахилаше. О, нахилаше. Ну, так-то она на РДД, но не нахила. Нахила топчик. Ну, на холи пала, да. Так, а чё у меня там, ну-ка? Мы похороним тебя. РДД, ну, островной надо носить. Рядом с матерью и предками. Ну, если впадло делать остров. Шо, куста нету? Вам дальше будет. Ну ж тебе же сказали, либо синдра, либо кровь. Ну, на лану не очень приятный квест, все равно. На синдру это приятно. Ну, десятки фигня, в принципе. Да, тем более он лану есть, он трэш вывести сможет. Да, трэш выгоню, и все. Можно вас немного напрячь? Можешь самолийская в танк аспектнуться, лапочка хила, типа трэш побейте, пока на 2 минуты надо отойти срочно. Окей. Тебе прям сейчас самолить? Ладно, пока вот танчите, блядь. Пойду воды себе наберу. Похильте меня. Дупа есть у вас? Попал ушел воду набирать. Папочка тут, все, поехал. Так, если что, я здесь поехать не могу. А, хайк. Я понял. Или нет. Ну, паладин, либо приступ, может, и все. Давай, давай, Малик, потей. Сейчас одного моба убьем. Я подхилюсь. Все, нормально, живем. Красиво. Вальку будем цеплять? Ну, не зацепилась. И ладно. Не, не надо, не зацепилась. В слизнице ЛК прохожу, кто-то. Просто ебашило. А, блядь, у меня старый шмот делся. Сейчас я переделаю все. Ну чё за говнище, блядь? Пивовское кольцо, медведи, блядь, классно.
Я думаю, что ты чуть не сдох, я тебе даже каплю давал. Че вы меня в хуйню какую-то превратили, блядь? Подождите, подождите. Тут же юзер, блядь, никакую хуйню надо. Я яйца выкладываю, ёбаный в рот. Смотри, какие цветные, блядь. Ой, бля, пошли. ТП. Ебануться, сейчас я тут яйцами закидаю Лича, нахуй. Я чуть не сдох, потому что слишком много тоже на Али. Там же еще лужи эти. Контролят мобов в виде слизи. Можешь собаку пока пыльнуть привезти. Угу. Так, ману и кнопка есть, чтобы собаку везти? Да есть все. Хорошо, добиваем этого. Хэпал с диспель, хэпал с диспель, это хорошо. Ого. Исследователя чмыска. Будет 6 стаков, скажешь, это. Угу. Там уже зеленую кидают. Пидоры мелкие. Ну, может и да, но не знаю. Суждаю. А, я думал, ты просто из них капает. Принят, гадюка. Короче, я вчера талик на сову забрал, да? Просто было 53 тысячи ЕП, я второй по ЕП. 53 тысячи ЕП? Да, и там у челика, у ШПшника 50 тысяч. Он 50 тысяч ставит уже в конце, я 51 ставлю. Я просто не ставлю, но... Да, пиздец. Так я хуярю там уже сколько, уже, блядь, пару месяцев, а? Месяца три, блядь. Что это? Что? Ну тут на боешка выпала, кстати, колечко, я помню. Сейчас багруха выпала. А там такое же, как у нас, начисляется, или какое у нас раньше? Да примерно такое же. Ёбнуться. Это сколько ты фармил? Ну я говорю, да хуя. Я типа единственное, что забирал, это выбор на вот этого пава. За 6 тысяч, что ли. Я 2 месяца в винде, я только 20 по ЕП, да. Ну вот, считай, месяца 3 с лишним. Не, ну что-то мало. 20 тысяч. Ну а так, по сути, а хули, у меня там носовые тапки с кораблей. Там крита до хуя, ну как бы заебись. Ну там крит дух. И все, пояс у меня за ОД. Ну все остальное охуенное, остается только Т-10 апать. А его сейчас, ну, 2 КД может, его ролит уже 2 человека всего. И все, потом все позабирают, блядь. Да я ж тоже вообще его не ролю, нахера, если может за минималку потом позабирать. Кого? Ну, эти печеньки на Т-10. Ну да, Т-10. По 5 тысяч забирают, нахуй, ну надо. А вот Талик там ебать хотели, там ГМ хотел, блядь. Каталик, он до сих пор этот лоб какой-то. Кто волю забрал его на там КД? Эмобой печалится, что на Йоми забрала. А, ну может быть. Я не, ну лоб какой. Не, я имею в виду, блядь, про волю. Когда мы? Когда мы забрал? Жучара забрал на нахуй волю, блядь. Так не, ну он фул ЕП поставил. Просто у меня больше не было, блядь. Так, все понятно, возвращаемся. Да, тут стоим, они сами. Мне просто воля зашла бы, блядь. Да я его, например, при его за 12 тысяч забрал, ёбну.
как раз волю забрал бы для РПГ. Ярик, что я забит такой? Фу. Без массакры вообще. Как так играть можно? Я его, блядь, что-то вообще забил. Не спрашивай, что такое ада, ебать. Че, в одного танка будем бить или в два? Да, в два танка. А че в одного? Нет. Ну, мне кажется, не хватит ДПС. Это и билда, блядь, не назвать. А, так мне в хиле остаться, да? Да. Оставайтесь как есть, он самолет. Сейчас, когда я и назад, надо топ-стоп, я спекнулся. Это похоже, а, я когда-то спеклись. Качнул его, блядь, в первый день, блядь. И все. Дай ему инер самолет. Лапочки. Давай, давайте через одного, но паладина убьем. Чего-чего? Короче, давайте одну миби, одну РТГ наносить. Сбегаем. Ну, потому что масс прожимок нету никаких, чтобы прожаться. Поехали, Агри. Блядь, ну... Лена, дали. Не срывайте агро. Да, не срывайте агро. А на пол было вообще, да? Да. Да? Бэй? Я говорю, сука, понасазает тебе варов, блядь. Нихуя не видят. Циферка. Я не пойду. В мишку на поле эти которые. Я даже не успел это. Америки, одну РДД лутайте. Прохиливайтесь сейчас. Как попадет. Блять, не появится. Прохиливайтесь. Лапочка, подними шнурки. 3, 2, 1, вставай. Сразу за хилом. Ребаф. Кулак. Два ты здесь появится, будет попроще, конечно. Да. Кстати, вот, я хотел спросить, у тебя на сове как? 2Т4, 2Т10? Я давай отойду. Ну, в РДД вынести, в бета. Да. Да, 2-2. Тебя на раньше становится. Там, может, хватило бы время. Подъезд отлично. Ясно. Фиксим это. Если касты заберу, пока там. На ком трех стаках нет, советую прижаться. Все кто-то не плутал. Понятно. Охренительно. Хм. Ну, надо еще прожиматься. Не сорвите эксперимент. Да, кстати, в коте надо бить. Когда да и у меня в коте нету скиллов, понимаете, бля. А-а-а. Я еще не выстрелил. На профа перезайдете там. Ярик, у тебя вроде ДЦ. ДЦ? Угу. ГЦ? О, плащ. Можешь и плащ, блядь. И, блядь, и шень пахань. Да, подымите. У меня такой ДЦ, блядь, я там могу, мне похуй. Значит, что слабый сильно, чешу? Нет, он-то не слабый, просто я за него. Ну, просто будешь щитки кидать по черикам, которые сбегаются к зеленым и все. Я себе это, ебать, задам. А, лапочка перезайдет на хулипала. На профан. А зачем на хулипал? Потому что хулипал зайдет на ДЦ. А, а че
вообще друид холипаун прохили, что ли, так сказать? Что-то я сомневаюсь. Да, легко, давай пристанем, а потом, если нет. Да, легко. Прохили? Не знаю, почему, что-то для цели. Там без У нас, я еще раз объясняю, нет ни массакры, ни айсбаунда, ничего нет. Ты боишься, что у нас пельмень залетит, когда зеленый выйдет? Да, или, на... или лужа. Просто так, наверочек первого пола убили. По шаманам дайте кулак. Рыба никому не нужна, у всех есть. Да есть, кто водит? У меня даже закончилось. Лучше в три хила тогда пойти профай, все. А покал, дай кулак по шаманам, блин. Сейчас рыбу поем. У тебя, кстати, Т4 так и нету. 4 куска. У кого? У тебя на ДКшке. Нет, я же говорю, не падает. Осталось только смотрителя сходить на эту неделю, ведь может третий кусок упадет херово. Это третий КД с именно с грула, ни одной шмотки на ДК не падает. Ну, третий КД мог бы уже нафармиться в РБК. А ну, я ОД брал. На боссе я буду, у меня на пол прорыва. Босс, сходи. Будет или чё? Опять ниндзя пол будет. Да. Галамур, давай к Бэйл. Да, захилим. На пул по КД хан. Не, это ров. Пятая ЛПшка промахивает. Эксиона сбросят. Воет по шнуркам, да и этот салют. Набили, пошли сразу активировать. А можно я себе на Элема спизжу запах? Да? Вроде все, что надо. Если что, разберетесь потом. Ну, надо, чтобы не распылили. Да я поэт. Потрясающе. Я просто отказываюсь. Сидите, внук. Да, заходите все. Кто будет в кукле сидеть? Я. Вы сейчас перезаходить будете? И ты будешь в танке? Ну, да. Попробуем один трай, если не будет плохо по захилу. Лапочка хилит. Я в кубе. Так, лампочка упал. Просто этот сомалийский, слышишь? Следи за тем, как вылетают пельмени, понял? Ты, допустим, вылетел уже пельмень, и после этого зеленый выбрал. Тогда можешь плюнуть сразу, если не выбрал, точнее, если не выкинул пельмени, а выбрал цель уже идет. Сначала не харкай мне, пусть врежется в пачку, а потом плюет сразу. Блять, ну ладно, постараюсь. То же самое с лужами, там, за лужами именно из-за пельменей надо смотреть. Знаешь, что проверь, кстати, в Обаме работает вот эта хуйня, которая стакать
на нее какое-то КД ебаное было. Оно типа должно быть без КД. Стакать вроде резко. Нет на нем КД, я ж сидел в кукле на прошлом. КД нет, но он редко попадает в стакер. Наверное, очень редко. То есть КД почти нет, но он. Точнее вообще нет КД, но он, блядь, попадает раз из 5 из пути. Беттер, тема она не нужна? Мне нужна. Вот так. Ладно, пейте. Палик на меня завешивай, да? Через меня будем рост, да. И мы уже... Я дам 7-секундный ГБМ пол, на 5-й секунде выпьешь. Потом пол будет после. Ну, короче, как обычно должно. Все. Все готовы. Банку выпить надо. РДД пачки стоит. Кстати, без формы мишки надо в куклу садиться. Да? Да. Даже не знаю, кого повесить. Кто так не закинет в куклу? Даже не. Короче, Ярик. Ощущение. Тебе метка в Ярике будет тебе. Если Ярик закосячит, мужик. А там очищение не ставь. Не ставьте, вы что, сейчас куклу за это диспель. На 5 секунде. Блять. Не пей, не пуляем. А уже босс уже спулился. Ну а кто его, блядь, трогает? Забери, а что у тебя случилось? Да Хантер. Нахера вы. Ты вылетел, что ли? Вело. Дайте бок. Ой, этот диспель, не диспельте. Да меня уже куклу диспели, ё. Ладно. Зайдите в лужу. Гоу еще раз выпей, прохилить. В лужу зайдите всего, дай кому-то диван. Да все, уже висит. Хорошо. Масред дашь там появился, по-моему. У меня интерфейс багнулся, короче, я вместо того, чтобы пропустить, нажал отключить ее. Все. Что на ней для пулы, блядь? Чего вы это? Не пуляйте передо мной. Так уже третий босс такой. Вот именно. Ханту пиздюлей. Снимай диван. Давай масрез. До статы уже иду. Хан, yes. Нахуй, прекращай эту хуйню, нахуй. Не ты, Хан сейчас гниломорда ДК спулил. Нет, гниломорда Агламори сейчас спулил. В смысле, я не пулил гниломорда, а что у тебя ХП отнялось? Блять, неважно, кто спулил, просто не делайте этого. Все, я сам запулю, куда надо будет. Бля, теперь 40 команд это восстанавливать. Чуть гниломордного поднимите. Рыба стоит, ешьте. Можете дать фулл баф, потом начать есть, если маны хватит. На гламура не надо, вот тебе скринчик. Ну нет, подозрям.